В Магнитогорске начал работу 11-й конгресс прокатчиков. Его организаторами выступили Межрегиональная общественная организация объединения прокатчиков и публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Участникам конгресса предстоит обсудить состояние и основные направления развития прокатного, трубного и метизного производства России, поделиться наработанным опытом, запланированные знакомства с магнитогорским прокатным и метизным производствами. Станислав Юдин расскажет подробности. Открытие конгресса прокатчиков состоялось в киноконцертном зале санатория «Юбилейный», где в дальнейшем пройдут пленарные заседания и состоится работа по секциям. Запланировано и посещение промышленной площадки Магнитогорского металлургического комбината, где участники смогут познакомиться с современными технологическими линиями. На Магнитогорском металлургическом комбинате есть все для удовлетворения профессионального интереса приехавших для обмена опытом специалистов-прокатчиков со всего мира. Производство толстого листа, оцинкованного и крытого полимером, сортового проката, метизной продукции. Разнообразие и масштаб возможностей прокатного производства, современный уровень, научно-производственный потенциал технологий и стали причиной проведения конгресса на базе Магнитогорского металлургического комбината, многие годы являющегося флагманом тяжелой индустрии. Мы рады подобного рода встречам, рады, потому что нам есть что рассказать, нам есть что показать. За последние 15-20 лет мы провели такие серьезнейшие, сделали серьезнейшие инвестиции, провели модернизацию производства, и львиная доля этих усилий, этих инвестиций как раз на Магнитогорском металлургическом комбинате пришлась на прокатное производство. Мы открыты ко всем предложениям, ко всем инновациям. Нам действительно интересно услышать от вас то, чего вы в направлении прокатки добились, о чем думаете, о чем мечтаете, по-хорошему, по производствам, о чем мечтаете. Желаю еще раз вам плодотворной, интересной работы. В проходящем на базе Магнитогорского металлургического комбината 11-м конгрессе прокатчиков принимает участие 290 представителей предприятий и научно-исследовательских институтов, более чем из 10 стран мира. Конгресс продлится 3 дня. Доклады, включенные в его программу, будут опубликованы в специализированных сборниках и отраслевых периодических изданиях. Станислав Юрин, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.